В республике завершился прием документов на регистрацию списков кандидатов в парламент Чувашии по единому избирательному округу. В предвыборной гонке продолжают участвовать 608 кандидатов от политических партий и самовыдвиженцы. Из них по 22 одномандатным округам борьбу за кресло депутата продолжат 122 кандидата. По разным причинам выбыли из предвыборной гонки 20 человек. По единому избирательному округу в предвыборной гонке продолжают участвовать 486 кандидатов от 10 политических партий. Также сегодня заработал механизм «Мобильный избиратель». Теперь можно проголосовать по месту нахождения, а не месту регистрации. Для этого нужно до 13 сентября подать заявление в электронном виде через портал госуслуг, либо прийти в ближайший многофункциональный центр или территориальную избирательную комиссию.